Если тренеры Тюменского легиона настаивали, чтобы их команда играла как Рубин, наверняка не это они имели в виду. Чемпион Пари ВХЛ в матче с Дизелем вел 4-0, но в итоге проиграл 4-5. Дублеры тут же повторили этот трюк. На 38-й минуте матча с кузнецкими медведями в первенстве Олимбет молодежной хоккейной лиги легионеры уверенно вели 5-2. Дубль оформил Данила Ганин, по шайбе забросили Алексей Шанаурин, Владислав Абрамов и Александр Лазарев. Но в концовке второго периода в течение одной минуты счет из комфортного преобразовался в очень спорный – 5-4. В третьем отрезке солировали уже хозяева, которые перевернули игру и довели дело до победы 7-5. Статистика говорит о том, что тюменцы превзошли соперника почти по всем показателям, но заметно уступили в главных – в бросках в сторону и в створ ворот. Следующие встречи легион проведет 7 и 9 октября в Новосибирске.